Лера, слушай, Роме плохо, давай ему укол сделаем. Мне этот укол помог сразу. Так, сейчас я ему вколю. В руку прям. Сейчас, так вот. Давай, давай. О, все. Рома, ты как? Рома. А, чё? Ром, ты в себя пришел, все? Ой, чё-то мне прям плохо. Я тебе вколол этот шприц там. Короче, эту штуку О, анти. у меня тоже есть. Сейчас я еще второй попробую. Да, давай, может, тебе легче Ой. станет. Вообще не помогает, не знаю, что такое. Ну, ты хотя бы в себя пришел. Давай тебе таблетки от радиации еще дадим. Давай. Есть, что не хочу. Безумно что-то прям голодный. Как будто не ел Возьми 30 лет. супчик, возьми супчик, потому что сейчас тебе нельзя Где ничего кушать. Ром? Ром, ты где? Вот, Ром, возьми. Возьми. Все, съешь это. Ой, фух. И я тоже что-нибудь съем. Нет, ребят, вообще не помогает. Не знаю, что со мной такое. Ничего, скоро помощь должна приехать. Тихо, вы слышите? Там кто-то есть. Там реально кто-то есть. Тихо. Тихо, аккуратно! Граната! Все. Офигеть, их тут много Что было. это было сейчас? Вообще. Все, теперь все. Там еще один. Тихо! Вижу! Ай, аккуратно! Там еще один, аккуратно! Взяли. Черт, у меня патроны Все, кончились, у меня вроде патроны теперь точно кончились. всех. Черт. У меня патронов нету, черт. Тихо. Ой. Контрольная граната. Все. Фух. Фух, Фух, сейчас черт. прям полегче стало. Это хорошо. Так, скорее, мне срочно нужны патроны. У меня прям патронов нету, это капец. Вот они, все. Ребят, пошлите на Короче, ребят, кому можно мусор скинуть? Мне. Давай ко мне. О, ребята, а вдруг, типа, мусор может пойти, чтобы, короче, вот это, двигатель заработал? Лучше, короче, двигатель заработал. Я не знаю. Кстати, что у нас там с топливом? Так, А ну-ка. вдруг там он тоже на какой-нибудь... Ребята, Ну у... смотри, у меня есть порох и Рома! 6 кожи, вдруг сработает. Рома! У нас топливо осталось на 10 минут работы всего лишь. Я говорю, давай попробую, может, получше Типа, будет. он только бензин принимает. Блин, вдруг попробую, я разжигу. Порохом я разжигу Не надо, Ром, кожу. не надо рисковать. Кстати, погнали, пошли. Попробую. О, сколько осталось? Смотри, я поджег. Час остался, молодец, все, у нас еще час есть. Хотя бы час есть. Не, ну это цепная реакция. Так, Физикущий. ай. Короче, давайте тогда проведем этот час. Кто-то будет сверху на патруле, а это буду точно не я, потому что я просто понаслаждаюсь телеком. Да, ладно, окей, Всем до свидания. давайте я буду. Фух. Как же я устал. О, нет, дождик еще этот. Ой, ненавижу дожди. Особенно в такое время. Так, слава богу, тут пока что никого нету. Тихо. Чего? Откуда? Срочно к ребятам, срочно к ребятам. Короче, там я слышал вертолет 100%. Смотри, стоит. Там вертолет, реально! Ура, домой, наконец-то. Наверное, сигнал прибыли. О. Здравствуйте, пожалуйста, заберите нас отсюда. Так это вы понимали, сигнал не стоит. Да, мы Слышишь? на, нас не вы не Привет. заберите нас, пожалуйста, отсюда. Чего, Ром, случилось? Чё ты где? Ребят. Чё, где? Сваливаем отсюда. Уходим Третья скорее! финальная стадия. Все, уходим! У Скорее меня в с... армии третья, это всегда конечная, АС готовность, это вообще просто. На следующий Все! день тут должна быть зачистка. Быстрее валим Все! отсюда. Улетаем скорее! Ой, наконец-то мы прилетели! Пошлите скорей!
Вертолет уже уехал, и всю эту потную броню уже снял. Да. Домик. Жители, деревня. Дом. Мой дом, наконец-то, мои шмотки. Ой, мой дом. Господи. Наконец-то, боже. Где там мой второй этажик, пустите. О, кровать. О, нормальный телеканал зато. Да. Блин, где мой... Моя кроватка. Где я пульт оставил? О, мой пульт. О. Блин. Уже такой вид, мой ноутбук, все родное. Ребята, вертолет с нашими рейсами улетел. Вы не заметили этого даже? У меня там телефон, деньги. Нет. Да ладно. О, ребят, Андрюх, садись, посмотри со мной телек. О, этот диванчик. Да. Боже, я рыбок. Я три не кормил. О, кто там сигналит? О, все. А, это нам? Короче, давай. Кто там? Тут, кстати, тут тот же самый телеканал ловит. Смотри. Да? Как в том месте нашем. Тот же самый телеканал. Ха-ха, прикольно. Я у тебя не была, кстати, в гостях. Да. Это мой новый. Короче, может быть, еще что поймает. О, интересно. Ребят, я жду вас на пирог. Что за намеки на ЛГБТ, блин? Фух, ладно, ребят. Кстати, вы заметили... Приходите ко мне на пирог. О, ого. Кстати, вы заметили то, что здесь уже немного снега есть, и здесь все уже к Новому году подготовились. Здорово, правда? Ну да, прикольно. Да. А вот и тортик. Сейчас. Вот. Спасибо. Офигеть, конечно. Наконец-то. Меня ой, там так уютно, да. Я так радуюсь. Здесь, наверное, ночью с гирляндами так красиво будет. Да. Да. Ладно. О, ребят, кстати, нам ферма на всякий случай же нужна. Еда же какая-то нужна.